Друзья, к сожалению, как бы мы этому ни противились, но наступивший 2021 год ничем от своего предшественника не отличается. К нам по-прежнему продолжают поступать печальные вести из жизни наших любимых артистов. Буквально несколько минут назад пришла новость о том, что не стало талантливого советского актера, народного артиста Российской Федерации. Оставайтесь с нами, далее мы расскажем об этом подробнее. Мало кто знает, но до того, как стать актером, в молодости артист работал токарем на заводе. Спустя время его взяли в труппу местного театра. Однако там он проработал недолго. Увидев объявление, что в родном Горьком приглашаются студенты на курсы в театральное училище, сразу же поехал туда поступать и в итоге был зачислен. Но и там он проучился недолго. Спустя год его на 3 года забирают в армию. Из-за высокого роста в 185 сантиметров парня назначают в московскую роту почетного караула. Но и там актер не мог обойтись без театра. В свободное от службы время он посещал театральные курсы столичного дворца пионеров. А незадолго до увольнения юноша подал документы на поступление в МХАТовскую школу-студию, где по итогам экзаменов был зачислен на курсы Василия Маркова. Потом всю свою жизнь артист будет вспоминать своего учителя с трогательной теплотой. Ведь именно здесь он сделал первые шаги на большой сцене, присягнул на верность театральному искусству, научился самостоятельно искать основу сценического образа и выбирать средства для ее выражения. 7 января 2021 года, в возрасте 77 лет, скончался советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Валерий Михайлович Хлевинский. Зрителям актер запомнился по ролям в таких фильмах, как «Вечный зов», «Большая перемена», «Вся королевская рать» и другие. О месте и времени прощания с легендарным артистом будет сообщено позднее.